4 тонны на сва изъято в ходе рейда по Астане. Контрафакт на сумму в 20 миллионов тенге уничтожили на прошедших выходных на одном из столичных утилизационных заводов. Акция организована акиматом города Астаны и столичным департаментом полиции. Все подробности у Ержана Утепкалиева. С 18 марта стартовал месячник по противодействию распространению и употреблению нетабачных изделий. Согласно закону, продажа вейпов и насвая считается незаконным, поэтому распространителей привлекают к административной ответственности. Собранные за первую неделю насвая уничтожили на утилизационном заводе. В акции приняли участие активисты, волонтеры, блогеры и медийные личности. Эта проблема не только семьи, но и государства в целом. То, что должна вестись разъяснительная работа с нашей молодежью, мотивационная работа, должны создаваться условия для того, чтобы наша молодежь имела доступ к элементарным потребностям, занятиям спортом. И если это все будет создано, я уверяю, что процент употребления пагубных веществ он значительно снизится. За неделю рейдовых мероприятий было проверено свыше 500 торговых точек в 5 районах столицы. Сотрудники департамента полиции совместно с районными акиматами выявили порядка 70 фактов продажи некурительных табачных изделий, в том числе подпольные цеха по производству насвая. В одном из районов столицы было обнаружено и так называемый завод по производству некустарного производства вот этих вот некурительных табачных изделий. Сколько таких мест, наверное, будет корректно уточнить у сотрудников полиции. В результате рейдовых проверок нарушители привлекаются к административной ответственности согласно статье 196 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет свыше 90 тысяч тенге.